на ней как накидка меховая хорошо на ней больше ничего не вышло нет отлично защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий абсолютно берем татьяну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией татьяны поднимайся в комнату диагностики один два три пошел подъем мы на месте мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к диагностике, к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, показывает на эту накидку. Снимает. Она пытается ее убрать, но не может. Сейчас все решим, Татьяна, не беспокойтесь. Я даю команду на счет это эта накидка выходит и летит в клетку тюрьму. Да, клетка. Этой накидки выстраивается канал к ответственному. Один, два, три. И я притягиваю в клетку тюрьму, где бы он ни находился. Один, два, три. Стоит в клетке. Это демон. Демон. Считай цифры над головой демона. 18. И что ты здесь делаешь, демоняка? Подсуетился подсуетился. А если я сейчас подсуетюсь, от тебя останется горстка пепла. Что ты ругаешься? Кто тебе давал разрешение? У тебя контракт есть входить человека, которого мы чистили? Что ты там во сне транслировал а это ей? ты чистил? Это я чистил. А я думал, как такой пустой нашел. Объясни. Ну что, только я один и хозяйничал. Ну, потому что все остальные, половина ушла в галактическое ядро, половина ушла на свою чистоту, потому что очень мне объяснила и попросила не, не уничтожать. А ты решил воспользоваться этим или как? Все-таки 18 Гц – это 18 герц. Знаю. И что, кто она тебе? Она мой клиент. Если она ко мне обращается, убирая энергию, она входит в меня, то я отвечаю за ее. Чтобы у нее все хорошо было, чтобы она себя отлично чувствовала. И вот она почувствовала, что ты ей транслировал какие-то идиотские сны в каком-то балахоне. Это твоя работа была? В черном, длинном балахоне. Нет. Хорошо. Кто еще присутствовал в ее биополе? Во-первых, давай начнем с того, как долго ты сидишь в этом биополе. Я подкинул ей накидочку четыре дня назад. И как она могла избежать этой накидочки? Жечь могла своей внутренней энергией все подряд. Хорошо, будем разбираться. Я даю команду на счет три сканер сканирует пространство над головой Татьяны под ногами. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел Татьяны, находит все. Сейчас посмотрим, кто еще там гуляет. У меня покойная душа есть. Хорошо, неупокойная душа, кто еще? Больше никого. Неупокойная душа, как долго ты находишься в этом биополе? Десять дней. Десять дней. Ты была ответственной за какие-то сны кошмарные человеку, которому, которому снились за, за это время? Как ты воздействовала на этого человека? Я не была ответственна, но видела подходы. А можешь рассказать об этом? Подходы были. А чьи подходы? космических. Отлично, хорошо. Неупокойная душа, как тебя зовут? Не помню свое имя? Подожди, она говорит какое-то имя. Агния. Агния. Агния, ты давно ушла из этого мира? Ушла или не ушла, так и не поняла. Ну, по сути, потому что ты здесь находишься, скорее всего, ты уже ушла. И как долго ты ушла, не помнишь? Я учительница. А сколько лет назад это было, когда ты ушла? Я не так давно. Не так давно. Хорошо, Агния, ты, ты, как увидела этот белый свет и захотела уйти, или ты знала, что мы отпускаем, открываем порталы? Как ты попала сюда? Ты искала нас? Знала, что смогу выйти через нее. Все правильно. Ты готова уходить, Агния? Я открою тебе сейчас портал светлый. Готова. Открывается против часовой стрелки светлый портал один, два, три, в чистилище. И Агния уходит в светлый портал. Желаем ей всего наилучшего. Хочу поблагодарить вас. Во благо. Счастливо оставаться. И вам всего наилучшего в новой жизни. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Отлично, хорошо. Давай сделаем теперь следующее. У нас, значит, вышла одна неупокойная после скена, остался демон с накидкой. Включаю сейчас Татьяне внутренний белый свет. Один, два, три, и на счет три Татьяна выдавливает из себя все негативные патогенные, низковибрационные энергии с частичками космических интерферентов. Если таковые и есть, если хоть один микрон космической энергии есть, он выходит и формируется в шар перед ней. Энергии у нее нет, но у нее есть мысли формы в голове. Отлично, эта мысли форма выходит. Пошла. Отправляю ее в клетку тюрьму 1, 2, 3. И от этой мысли формы выстраиваю канал к ответственным 1, 2, 3. Там не за что их притянуть. Она не взяла их подарок. Она не взяла их подарок. Хорошо. Татьяна, это означает, подходы будут проходить, но вы правильно все сделали будут продолжаться. Не берите ничего. Вы ничего не взяли, поэтому мы ничего не нашли. Во-первых, она не пустила их в свое биополе. Биополе. Она все правильно делает. Молодец. Хорошо. Значит, тогда сама справилась. Можно и так сказать. Так, давай теперь сделаем реверс энергии этой накидки. Не знаю, за четыре дня там много ушло или нет, но все равно заберем. Я даю команду тонкой копии Татьяны спроецировать энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. От всех негативных программ, негативных мыслеформ пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Татьяне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается назад. Идет что-то, Вера? Да, возвращается к накидке. Угу. Она меховая, вот эти вот а, мех возвращаются, такие ворсинки меховые. Димон очень гордится, что он. Чем? Смог накидку накинуть. Или ты еще остался невидимым? И я тебя не нашел, вот тогда мог бы ты гордиться. Нет, ему нравится, что ты его нашел. Ты же понимаешь, что накидка сегодня уйдет в галактическое ядро реверс закончился. Устанавливаем фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Татьяна забирается. И чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у похитили, все, что у нее взяли, до последней капли возвращает Татьяна себе обратно. Она хозяйка своих энергий и возвращает все свое себе обратно. Он может ей манипулировать, так как у нее есть страх. В свои силы она не верит до конца. Реверс закончился. Хорошо, Татьяна, это важная информация, которую вам сейчас передали. Если вы не хотите, чтобы вас манипулировали, вами манипулировали, вы не должны иметь страха. Пока вы будете иметь страх, вы всегда будете открыты для таких сущностей. Отлично. Так, реверсом все забрали. Я даю команду, если в биополе Татьяны находится что-то еще на чистоте демона и энергии на чистоте этой накидки, все это на счет 3, включая и внутренний белый свет, начинает выходить и формируется шар перед ней. Да, будет так, а так и есть. Носочки вышли еще с ней. И носочки вышли, отлично. Открывается под этим шаром портал галактической дрон уходит на переработки, закрывая, печатая, растворяя. Даю команду на рассинхронизацию энергии Татьяны с энергией накидки и демона. Один, два, три, пошла рассинхронизация. Не синхронизировано. Отлично. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Отлично. Хорошо. Подхожу к Татьяне, кладу руки на плечи. И даю мощный удар, сжигая все каналы к интерференту и его накидки. Удар. Отлетает каналы, открывается портал в галактическое ядро. И эта накидка вместе с этими каналами уходит в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. То. Хорошо, демон. Если ты хочешь со мной второй раз встретиться, я тебя должен сразу заметить. Второй раз я очень агрессивно воздействую. Если ты еще раз осмелишься войти в ее биополе, я тебе покажу, что такое настоящая манипуляция. Если ты хочешь, чтобы у тебя рога остались, и ты со своим ростом ушел на свою чистоту, никогда больше не приходи в это биополе. Тебе это понятно? Ну понятно, он хочет, чтобы ты похвалил его. Я тебя хвалю за то, что ты смог накинуть на человека и обнаружил ее слабое место. Это место страх. Благодарю тебя за то, что ты мне дал эту информацию, я передам ей. Если она хочет избежать этого подключения в следующий раз, она будет помнить тебя и помнить твои слова. Что если она будет иметь страх и не доверять себе и своим силам, придет демон 18-герцовый. Тебя устраивает такой вариант? Ну, его устраивает, все понравилось, что ты сказал, но он постоянно показывает на ее энергии. У нее зеленый стержень, и он на них всегда показывает. Она их не защищает, да? И этот стержень не защищает. Или она не, выстав... не выставляет защиту, хотя у нее очень сильная защита внутри. Да, у нее есть эта защита, и ты, в принципе, со своей стороны все сделал правильно. У меня к тебе упреков нет в этом отношении. Но все равно я должен тебе сказать, не приходи в это биополе. Да и право самостоятельно раздвигать, развиваться. И Я включаю еще раз Татьяне, внутренний белый свет, один, два, три. И насчет счет три она выдавливает из себя энергию страха, ненависти, грусти. Все патогенное, все низковибрационное, все энергии, эмоции, мысли, чувств, все выходит и формируется в шар перед ней. Выдавливайте, Татьяна, весь свой страх. Все свое недоверие, смущение, все это выходит. Вышла в шар. Большой? Нет. Хорошо, демон забираешь? С удовольствием. Отправляю демона. Проглотила вас сразу. Хорошо, готов уходить? Накидку отдашь? Нет, накидку, накидку я не отдам. Под ней открывается портал, галактическое дрона уходит на переработку. Иначе ты нашу встречу не запомнишь. Закрываю печаты, растворяю. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Один, два, три. И демон уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Все. Татьяна, как вы себя чувствуете сейчас? Намного лучше. Вы поняли причину этого подселения? Вы не должны иметь вообще никакого страха. Страх притягивает их. Если вы не верите в свои силы, они это видят. Как же мне Визуализировать визу... а во сне перед сном давать себе установки, устанавливаю, активирую свой стержень вокруг себя. Вы должны увидеть, как этот стержень вокруг вас расширяется до вашей об... и формирует оболочку вокруг вашего тонкого тела. Это и есть ваша защита. И спокойно ложиться спать. И ни одна сущность не сможет войти в это биополе, потому что они сгорят. Если вы этого не делаете, есть две причины: вы не верите или вы просто не хотите этим заниматься. И то и другое устраивает интерферентов. Вы понимаете? Да. Посмотрите у нас на канале у нас есть очень много советов, как представителям Урана кураторы объясняют. Да и вам объяснял куратор, как это все делать. Вы должны действительно этим начинать заниматься, иначе <связь> вот такие дела. Хорошо? давай заправим Татьяну. Сколько ей нужно энергии, какая частота вибрации, Верочка, посмотри, пожалуйста. И 27. Отлично. Насчет счет 3 в макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота и вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Есть. Отлично. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошла синхронизация. Готова. Отлично. Я отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Да, на месте.